Путь большинства туристов проходит вот таким вот образом. Вот так. И туда вниз. Я думал, это тяжело сюда подняться. А это, оказывается, очень и очень тяжело. И это я еще не на вершине. Большинство людей возвращаются. Я первый день сегодня в горах. Здесь высота не знаю сколько, 4300, наверное. Еще тёпать. Порядка 2 километров. Голова трещит.